В прифронтовых Песках сегодня залпов тяжелой артиллерии не слышно, но мирной такую обстановку никак не назовешь. Тут уже давно забыли, что такое свет и газ. Люди не живут, а выживают без денег, еды и лекарств, рассказывает Алексей Куделя. Дорога на Пески пуста. Кроме военных и волонтеров сюда не ездит никто. Вдоль трассы сгоревшая техника и разрушенные дома. Впереди недостроенная объездная вокруг Донецка. Теперь это называется Республика Мост. Ехать дальше военные не разрешают. В Песках залпов тяжелой артиллерии не слышно, но идет стрелковый бой. Сегодня с утра не работало крупнокалиберное орудие. Но, знаете, один день, 10 часов для меня это не есть показатель. Это если бы в течение хотя бы 3 месяцев, 4 месяцев не обстреливали нас, да, я бы в это поверил. На фронте не только мужчины. Эта женщина под Песками служит в одном подразделении с сыном. Говорит, так спокойнее. У меня еще в доме малі діти. І я хочу, щоб вони жили в Україні, і я зроблю абсолютно все, що від мене залежить, що я вмію і можу, щоб війна не прийшла до нас. В самих Песках из 2500 жителей осталось не более полусотни. В соседнем селе Первомайское только несколько стариков. В километре от передовой они живут без электричества, воды и еды. А вот то, что солдаты есть, когда меняются, что у них остается, привезут вот то, что-то там подкинут нам понемножку какой-то крупы, что не доедят. Вот и все. Вот и все. Что так мы живем. У кого две машины уже кое-каких остались, а просим хоть кусок хлеба купить или что-то. Но покупать особо не на что. Госвыплат старики не видели с лета. Сколько пенсионеров осталось в прифронтовых селах, неясно. Все документы остались на временно оккупированных территориях. Думаем, что за меньшее время нам удастся все-таки приступить к выплате пенсии непосредственно, когда весь технологический процесс будет обслуживаться хотя бы минимально необходимым количеством людей. Правда, мало начислить пенсии, их нужно еще получить. Но тут не работают ни банки, ни почтовые отделения. Откроют их лишь когда наступит мир.